goes in a circle. This motion in a circle. Yeah. Но сейчас я уже закончила вести все уроки. Сейчас я допроверяю еще 3 контрольные. Сегодня почти последний рабочий день у меня на этой неделе, потому что сегодня я учу, а завтра я еду в Портсмут работать на дне открытых дверей. Вот. Но если я туда еще доеду, потому что у нас, походу, поезда не ходят завтра. Так вот, сегодня у меня немножечко попозже начинается день, у меня сегодня только 2 группы, и сегодня мы будем изучать движение по окружности, поэтому будет такой очень расслабленный день. Но вчера был тест, midterm тест, как бы. Посреди полугодия этот тест, просто их проверить, он никуда не идет в оценку, но просто. Вот, и у меня 50 студентов. И вчера у меня все 3 группы писали тесты, по идее, мне вчера вообще не надо было ничего учить, я просто сидела и смотрела, как они стрессуют, и это так прикольно впервые смотреть, как бы не находиться в роли ученика, когда ты сам стрессуешь из-за теста и пишешь его, а как учитель, который сидит и смотрит, никто, блин, бы и не списывает. Ну, конечно, у меня никто не списывает. Вчера ничего такого не было, но зато за... Из-за этого мне нужно проверить 50 работ, 50 контрольных работ. Но на самом деле мне это немножко даже нравится делать. Я люблю проверять домашние работы или контрольные работы. И, короче, сегодня я пойду чуть-чуть пораньше, потому что мне нужно допроверить несколько работ из одной группы. Потом у меня будет урок, потом опять будут проверять работы, потом еще один урок, и потом пойду домой. Today, right now, we will be talking about circle motion. It isn't going to go in a circle. This motion in a circle. Yeah. So, let's look at this beautiful picture. We have stars. This is a long exposure photograph that was taken somewhere. And we have stars, and they are moving these trails, making the full circle. So it means that they all have the same feet. Я закончила сегодня проверять почти 47 работ, мне осталось еще 3 проверить, поэтому я немного задержусь, проверю все работы и пойду домой уже с облегченной душой, что я все сделала, проверила все. Буквально за 24 часа я проверила все контрольные и дала уже на следующий день им фидбэк. Но сейчас я уже закончила вести все уроки, сейчас я допроверяю еще 3 контрольные и пойду домой отдыхать. Завтра опять мне рано вставать, потому что я пойду в Портсмут на день открытых дверей. Только
что закончила проверять. Доброе утро! Сегодня суббота, 8 утра, и у нас сегодня такая себе погода на улице, пасмурно, дождь. Сегодня я еду в Портсмут, потому что сегодня я буду гайдом, гидом, студентом, на неоткрытые двери. Директор школы, с которым у нас очень теплые отношения, он сказал, что я, так как я рядом нахожусь, в Саутгемптоне, соседний город, то попросил меня иногда приезжать помогать на таких днях открытых дверей, как я и раньше делала, только теперь уже не студент, а в качестве выпускника. И поэтому сегодня будет день открытых дверей для потенциальных студентов, и он будет с 10 до 4 где-то, вот, поэтому сейчас я собираюсь, опять рано встаю. Ничего, завтра отосплюсь, наверное. Закончился день открытых дверей, и это так круто вернуться сюда, увидеть всех моих, ну не всех, но многих лекторов и директора физики. И в общем, я как будто бы возвращаюсь к себе домой. Моя, как я всем говорю, моя вторая семья физики в Портсмуте. И я как будто бы принеслась назад в прошлое. Я обычный студент. И очень странно осознавать, что я больше не студент. И я думаю, вы вспомнили все эти знакомые места здесь, где когда-то я училась. Вот сейчас я зайду в наш новый спортивный комплекс, который построили, открыли после того, как я уже выпустилась буквально несколько месяцев назад. Посмотрю, что там происходит. Возможно, там есть кто-то из волейбола, куда я ходила с ребятами, поздороваюсь. И потом у меня будет автобус обратно, коуч, в Саутгемптон через 15 минут.